Рубежный камень. Он поставлен на берегу Невы, на легендарном Невском пятачке. Осенней ночью 1941 года войска Ленинградского фронта форсировали Неву и захватили плацдарм на левом берегу. 2 километра в ширину, 0,5 километра в глубину. Здесь сражались герои. Они сковывали рвущиеся к Ленинграду фашистские дивизии. Земля их бесконечных испытаний. Земля их бессмертной славы. Сотни молодых ленинградцев и участников войны, прибывших со всех концов страны, собрались на Невском пятачке, чтобы отметить 40-летие начала боев на плацдарме. В Невской Дубровке, возле братского захоронения, состоялся митинг. Все они, и бывший командир Невской оперативной группы Василий Фомич Коньков, и каждый рядовой, еще раз вспомнили тех, кто не дошел до победы, но кого мы по праву тоже называем победителями. Потомок дальний, будешь здесь когда ты, то знай, что рядом легшие стеной воистину железные солдаты, засыпанные железную землей. Александра Устиновна Доля, в прошлом гвардии старший лейтенант медицинской службы. Ей было 17, когда она выносила раненых с поля боя, командовала медицинским взводом. И вот теперь снова встретилась с теми, кому спасла жизнь. Советские люди свято чтут память о сражавшихся и павших на этой легендарной земле.